Добрый день, что у нас происходит, какие новости у ФОПов? Здравствуйте, ФОПы собирают подписи от, от народных депутатов, чтобы была внеочередная сессия по решению нашего вопроса. Нам только на той неделе выдали списки, у нас уже больше 20 подписей. Мы работаем по всем направлениям, поэтому надеемся, что мы заставим власть нас слышать. А депутаты разных фракций подписывают? Пока... Или какой-то одной только? Нет, разные фракции, но мы хотим и общими фракциями, чтобы подписывались. Пока спасибо БЮТ, они массово подписались за нас. Ага, понятно. Еще какие-то новости у нас сейчас есть? Или... Есть. Сергей Иванович едет во Львов, чтобы встретиться на местах с нашими ФОПами, чтобы рассказать наши требования, наши, что мы добились. То есть мы едем по регионам, составляем, Сергей Иванович делает всякие документы, которые должны ускорить решение вопроса. Мы работаем по всем вопросам. Понятно. А какая область на вахте сегодня? Сегодня Донецк. Донецкая область. Да, Краматорск. Дякую даже. Да, вот идет депутат, мы пытаемся его. Ну давайте посмотрим. Вы народный депутат. Скажите, мы собираем... Вот, вы же бежите, остановитесь. Вот, подождите. Это просто, чтобы там не очередная сессия. К сожалению, они даже не представляются иногда. Вот так вот. И мы делаем попутно списки народных депутатов и инородных, которые, наверное, случайно оказались в Раде. И надо это менять, чтобы вот такого безлада в Украине не было. Дякую.